С заботой о сельхозживотных и птицах. Ведущий производитель комбикорма завод «Камчатская мельница» продолжает с успехом работать в регионе и обеспечивать край своей продукцией на прежнем высоком уровне, несмотря на все проблемы и сложности, которые подкидывает сегодня бизнесу непростая экономическая ситуация. Крупные животноводческие предприятия и частные фермерские хозяйства могут быть спокойны. Качественный и сбалансированный корм для кур, гусей, коров, свиней и других видов сельхозживотных всегда в наличии и в нужном количестве. В среднем в месяц завод «Камчатская мельница» выпускает около 4000 тонн комбикорма. В современных экономических условиях, в которых сейчас находится наша страна, работа наша не изменилась. Мы по-прежнему занимаемся производством, выпускаем комбикорма в тех же объемах. С поставками сырья проблем у нас также нет. Все стабильно, все качественно. Поставки сырья у нас в основном из Алтайского края. Это зерно, жмыхи, широта соевые, подсолнечные. И также проблем с поставками у нас нет. Мы доставляем корма практически для всех потребителей Камчатского края. Но основными, конечно, у нас является это птицефабрика «Пионерская», компания «Агротек», «Заозерная», «Заречная». Комбикормовый завод оснащен передовым оборудованием. Процессы производства автоматизированы. Предприятие расположено в районе морского торгового порта в Петропавловске. И сырье в цеха поступает напрямую с борта грузового судна. Особая гордость Камчатской мельницы – лаборатория. Проверка здесь идет на всех этапах производства. Входящее сырье и каждую партию готового корма здесь проверяют на основные показатели качества и безопасности. На заводе Камчатская мельница выпускает более 40 наименований комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Продают как оптом, так и в розницу. По желанию клиента возможна разработка индивидуальных рецептур в зависимости от вида и способа содержания. Качество выпускаемой продукции давно оценили крупнейшие сельхозпредприятия края. Кормление животных и птиц фермеры доверяют Камчатской мельнице. Вначале там производилось около 7-8, по-моему, 9 максимум рецептур. Сейчас там производится 49 рецептур. То есть можно, видно, какой потенциал еще может быть, да, то есть это уже все животные, начиная от кошек и собак и заканчивая там крупным рогатым скотом, производится кормов. И для всех групп животных, я имею в виду возрастных. И вообще успех в любом животноводстве, 90, даже я бы сказал, 95% это корма все-таки. Нужно правильно сбалансировать комбикорм, чтобы животное получало белки, жиры, углеводы и, соответственно, витамины в правильном количестве. В этом плане комбикормовый завод, да я вот даже общаюсь с некоторыми фермерами, он говорит, а мы вон с материка везем очень дешевый комбикорм. Берем эту гранулу, мы ее просто, я взял его гранулу, раздавил, там просто пыль. Взял нашу гранулу, раздавил, там есть, видно, что кусочки пшеницы, ячмень, то есть его видно, там, то есть дробленое зерно, там кукуруза присутствует. То есть три компонента, на которые мы видим, которые именно прошли помол, то есть их видно. В том комбикорме не видно. А хорошее питание сельскохозяйственных животных и птиц означает, что довольными в итоге останутся и конечные потребители, то есть мы с вами, когда покупаем мясную продукцию у местных производителей. Камчатская мельница. Выбирайте качественные и полезные корма для своих питомцев. Камчатская мельница. Петропавловск-Камчатский. Улица Радиосвязи, 28. Телефон 41 08 99.